Выставка художественного творчества «Россия, Родина моя» открылась в детской художественной школе. На ней представлено более 400 индивидуальных и коллективных работ учащихся художественных отделений школ города. Все работы прошли строгий отбор творческой комиссии, которая состояла из ведущих преподавателей школ, членов Союза художников, представителей Департамента культуры и искусства. Для нас культурное наследие городов – это, наверное, основа вообще всего, что мы здесь занимаемся. И вот этот фестиваль городской, для нас вот это было мало площадей, я сразу вам скажу, потому что не только наша школа выставила работы, но и работы других школ. Творческие работы поражают разнообразием техник. Батик, вышивка, текстиль, роспись, гобелен, ткачество, бумага, игрушка, декоративная композиция и скульптура. Возраст авторов от 7 до 17 лет. Причем работы юных талантов на равных конкурируют с экспонатами, выполненными руками взрослых ребят. Мои дети совсем маленькие, им всего 10-11 лет, а они вот такие вот ткут гобелены. Гобелены – это они изучают все узлы, но при этом они делают такое маленькое деревце, волшебное. Один из экспонатов выставки – стилизованный наряд молодой крестьянки Тамбовской губернии конца 19-го – начала 20-х веков. Он состоит из сарафана, платка и столетних лаптей. Костюм выполнили учащиеся детской школы искусств номер 2 под руководством Елены Бодряшкиной. Очень аккуратно выполнен. И видно, что выполнен он с любовью. Он потрясающей красоты. Мне эта работа очень нравится, да. Это ручная и машинная сборка, и даже изнаночные швы очень... В общем, они бесподобны. Выставка «Россия, Родина моя» продлится в детской художественной школе до 1 мая. Время работы с 11 до 16 часов. Без возрастных ограничений. Вход свободный.